9 студзеня ў жодзіне выбарчая камісія пачала праверку дакументаў ад 75 прэтэндэнтаў. По закону, вы знаете, избирательный кодекс требует не менее 20%. Не менее 20%. Поэтому давайте по порядку. Мы сейчас, у нас есть все документы, которые, чтобы, значит, я один не говорил, а вы уже работали. Мы возьмем эти папки, может, нас секретарь раздаст членам комиссии, и мы начнем работу именно вот с этими документами. Значит, все декларации о доходах, да, будут отправлены в соответствующие органы. Сегодня и эти соответствующие органы нам дадут вот эти ответы, на основании которых мы будем выносить решение о регистрации или отказе в регистрации. Все бумаги будут проверяться. Но основной нашей задачей, это нам будут помогать специалисты службы, основной нашей задачей сегодня проверить документы, которые подали нам претенденты, которые собирали подписи, да, путем сбора подписи. Мы должны проверить, достоверны ли эти подписи и наличие всех данных, объективны ли данные, указаны в подписных листах. Поэтому мы собрались здесь для того, чтобы вот этот, организовать вот этот процесс. То есть это наш основной сегодня вопрос. Значит, у каждого есть, да, ну, примерно одинаковое количество, чтобы все были загружены работой. Значит, что мы должны сделать? Во-первых, прежде чем начать проверку достоверности подписи избирателей, внимание, давайте послушаем, чтобы не делать ошибок. Мы будем проверять здесь и организовывать работу только подпись по подписным листам. Поэтому достаньте вот эти подписные листы, чтобы у каждого были на руках, да? Доставайте их и будем работать. Отобрали эти подписные листы, чтобы у вас перед глазами были. Все документы остальные положите по папкам, только берите там подписные листы. Да, подписные листы, остальные документы, они будут проверяться, направляться специалистам. А мы уже с вами возьмем на себя ответственность за вот эти подписные листы. Ну, нашли все, да? Вот все папки, которые тут подписные листы. Ну что, давайте тогда работать, продолжать работу, да? Все пронумеровали. Тина Петровна, можно питание? Значит, а там же было 27 минут с этого группы, почему 24? Не собрали подписи. Было 27. Так, значит, сдали 24. Лобан сдал путем трудового коллектива, он не собирал подписи. Шульманков, он тоже самое, трудового коллектива не собирал подписи. И Жигемон, которая собирала, она не сдала подписи. Это сколько у вас собрали? Да, не собрали. Значит, один прецедент пронумеровали, отложили, второй и так далее. Все пронумеровали, право взять. Значит, говорите, все пошли дальше тогда. Если все данные указаны, подписи нету, ну, я потом скажу, как ее с ней разбираться сейчас. Общее количество подписей сейчас считается. Подписные листы. Значит, прежде чем мы будем проверять вот эти подписные листы, мы должны пронумеровать. Я коллега. Ты на каком канале нас снимаешь? На ютубе. Я коллега. Ты на каком канале нас снимаешь?